Вот сейчас мы будем проходить Tollgate, так называемый, такой пропускной пункт. Они находятся перед каждым въездом на автобан и на каждом выезде с автобана. Дороги здесь платные, поэтому пока цены еще не знаю. Это уже у нас, наверное, четвертый или третий такой Tollgate в нашем путешествии. Вот, до сих пор мы проходили или пробегали их достаточно успешно. Вот, сейчас мы вылезли на автобан, буквально вылезли, забрались наверх. Вот, ходить здесь нельзя, конечно же. Тут нельзя также передвигаться на велосипедах, на мотоциклах. На нас он смотрит уже чувак какой-то. Ну, короче, 90%, что нас сейчас завернут или что-то скажут. Мы специально воткнули наушники, чтобы по дурачков просто проходить, не знаю. Я не знаю. Думаю, нет. Пока просто идти, да, помахаем уже. Я вообще не смотрю, я снимаю просто. Вот. В общем, сейчас нам тут надо пройти, я не знаю, что будет. Потому что если мы не пройдем, не зайдем на автобан, просто как нам выбираться из города, я вообще не знаю. Вот нас женщина бежит встречать.